В общем, ребята, нашел монеточку я. Щитовичок. 15 копеек. 1933 года, ребята. Урочище приехал. Вот. Решил походить по полю. Вот находки включусь. Находочка, ребята. Вот такая вот находочка. Класс. Ребята, сигнал. Такой медный, я бы сказал, сигнал, ребята. Я бы сказал, медный. 83. А, ну вот, ребят. Вот такая находочка. Это от гармонии, ребят. От гармонии. Снова находочка. Посмотрите, что это. Замок или что? Похоже, замок. Ну, он механизм какой-то. Сюда ключ, походу, вставлялся. Так вот запирался он. Так вот. Чик. Замочек. Ребята, в общем, сигнальчик был. Я его выкопал уже. Стабильный сигнальчик 63. И, в общем, я уже нашел. Вот он, ребят. Такая находочка. 63 ВДИ. Колечко какое-то, не знаю, что за материал пока.
пока не знаю. Ну, скорее всего, медь или бронза, наверное, что-то такое. Такое колечко. Пуговичка, ребят. Хороший сигнал давала. Такая находочка, ребята. Какая-то стоечка от чего-то, не знаю. Вот такая находочка, ребята. Если я не ошибаюсь, напарья она называется. Напарья. Напарья называется эта штука. Вот тут вот ручка. И вращаешь, делаешь отверстие. Но это аналог современной дрели, скажем так. Отверстие сверлить, в общем. Прикольная такая штука. Вот такая какая-то штука, ребят. Не знаю, что такое. Гильза, не гильза, ну нет, не гильза. Это гильза коротковатая. Не знаю, что такое, но классная тоже штука. Да, ребят, что-то здесь много всяких железок. Не знаю, что здесь было, интересно. Крюк от изолятора. Ребята, а вот этот инструмент меня вообще очень сильно удивил, конечно. Я в шоке просто, что это такое. Возможно, это пешня, чтобы лед колоть. Я не знаю, ребят. У меня такое предположение, что это колоть лед. Но очень толстая такая штука. Заточенная. Обоюдоострая. Крепится сюда, конечно же, череночек. И что-то вот выполняли какие-то дела. Что-то делали, но у меня вот предположение одно, что это лед, чтобы долбить, наверное, не знаю. Ну, классная вообще штука, конечно, обалденная. Вот такая вот деталь. Похоже, как от воротины, вот эта вот закрывалка. Половинка от подковы. Ребят, вы это видите? Он подошел ко мне вообще совсем близко. Обалдеть. Между нами метров 15, это максимум 10. 10-15 метров, ребята. Я тут пищу своим металлоискателем, а он сидит, травку жует сзади меня. Это что за наглец? Эй, ты, ушастик,
Ты вообще бесстрашный, что ли? Эй! Он абсолютно бесстрашный, ребята. Ушастик, ты чего? Ты вообще не боишься, что ли? Ну идем, я тебя поглажу. Иди сюда. Эй, ты, ушастик. Ты красавчик. Обалдеть, он просто ручной какой-то. Он совершенно не боится никого. Сейчас я. Попробую поближе к нему подойти. Ну чё, ты не боишься, да? Иди сюда. Эй, ты, косой. Эй, косой, ты куда пошел? Ну, косой, я вообще бесстрашный, ребят. Ему пофигу вообще. Вон он сидит. Косой! Обалдеть, ребят, вот это да. Такое бывает, а? Ну, косой. Вот такие тут зайчики, попрыгайчики. Такая находочка, ребят. Такая штука от печки, ребят. Вот такой вот инструмент, ребят. Я не знаю, что такое. Что-то это было. Второе уже такое нахожу колесико, ребят. Если это колесико, конечно, не знаю, что это такое. Гильзы, ребята. Мосинка, как мне сказали. Наверное, мосинка. Вот такая, ребят, находочка. Опять защелка от воротин, ребят. Ребят, солнце уже село, время 8 часов. И у меня находочка. Это 3 копейки, ребята. 3 копейки 1967 года. Такие дела. Вот такая вот мини-монтажечка, ребят. Вот. Наверное, я думаю, на сегодня это последняя находочка у меня. Буду собираться, ехать домой. Солнце уже село. Вот время 9 час. На сегодня хватит. Нашел интересное место, много железа. Не знаю, что за двор такой был, в котором столько много разного железа кто-то собирал, видимо, чтобы на кузню отнести, чтобы что-то полезное сделать, возможно. Не знаю. Вот я просто могу предполагать. Но на кузню не похоже. Хотя все может быть. Может и кузня здесь была. Вот такие дела, ребят. Ладно, всем всего доброго желаю. Всех благ. Слава роду.